Доброе утро, мои дорогие. Доброе утро. Ой, такой прям день начинается хороший. Прям замечательный. Солнышко, ветра нет. Ну, он потом, конечно, откуда-нибудь возьмется, этот ветер. Но пока очень хорошо. У меня сегодня Макарик придет, внук старший, помочь разобраться мне с телефоном. Вот, я приличная, путная прям бабушка, отвезла внука в детский сад с утра. Вот. Сейчас вернусь, позавтракаю и куда-то надо направить свои стопы. А куда их направить? Ну, приезжаю я ненадолго совсем. Поэтому надо мне успеть найти, купить то, что мне нужно в Крыму. Вот странные наши города, да? Вот такие вот здания. Новатэк. Соседствуют. Вот еще остались у нас деревяшки. Еще не все снесли. Такой контраст. Вот. Ну, в музей я, конечно, не пойду. И тем более у нас наш музей краеведческий закрыт. Вот в феврале еще там ремонт был. Ну, хотя сейчас я посмотрю, если вдруг открылся, то, может, и схожу. Вот. А так по магазинам надо. Что-то я сегодня разгулялась. Целую телегу набрала. Ну что, мои дорогие, такой дождевичок, но жалко без капюшона. Ну прям огонь, прям огонь. Знаете, я его, наверное, возьму. Во-первых, я люблю камуфляж. Ну и вообще... Такая вещь пригодится. Вот возьму вот такую. С карманчиками. Дома ходить. Красота. Хлопок чистый. Ну, я люблю такие вещи. Так, и возьму еще вот такую коптеночку. Во-первых, карманы мне нужны дома, чтобы куда-то класть телефон. Поэтому я люблю с карманами вещи. Вот. Стоит эта штука замечательная с капюшоном джинса хлопок 200 рублей. Почему? Потому что у нее нет замка на молнии. Что я себе не поставлю? Конечно, поставлю. Вот. Так что вот. Ну, это прям вот мои вещи. Перемерила я тут, конечно. Ну, взяла вот, не знаю, вещи 4, наверное. Ну и хватит, куда больше-то. Итак, 2 шкафа. И я нашла полотенце с островом Мальта. Ну, те, кто меня смотрит, знают, что я изо всех стран, куда ездила, привозила полотенце. Вот. Ну, вот так получилось, что с Мальты у меня нет полотенца. У меня было маленькое, ну, такое кухонное. Но оно истрепалось. И тут я нахожу полотенце абсолютно новое, не стиранное. Ну, как же не взять-то? Надо взять. Вот. Ой, где тут я? Вот, видите? Ну, оно прям видно, что оно новое, но... Так что беру. И взяла еще поддеяльник. Сейчас покажу. Нет, дом покажу. Здесь мне негде его. Вот, так что вот так. Поход мой. Ну все, сейчас перебиваюсь. И еду домой. Вот, девчонки, очень довольна. Редко находишь
вещи вот прям по душе. Я, во-первых, синтетику не люблю. Вот, а тут прям, ну, все как надо. Все мое. Кстати, напишите, что вы думаете по этому поводу. Цены поднялись в секонде. Да. Поднялись. Но вещи стали интересней. Ой, какой сегодня денечек хороший. Просто прелесть. Правда, ветерочек поднялся. Но все равно хорошо. Ну что, я с баулом. Вот две футболки. Все дома ходить. А куда мне еще ходить-то? Я в Черноморском никуда не хожу. Вот две футболки американских. В общем, очень я довольна. Самый дорогой оказался дождевичок этот, плащик. 2000 рублей. Но девчонки говорят, огонь. Я говорю, конечно, огонь. Такие вещи попадаются крайне редко. Необычные и длинные, главное. В этом я буду ходить в Черноморске, удивлять бабушек. Люблю я народ удивлять. Ну ладно, сейчас перекурю. И поеду. Сейчас посмотрю по времени. Как я Макаренко придет после школы ко мне. Как я успею, нет, до комиссионки доехать. Ну, если не успеваю, то поеду домой. Подумала. Думаю, нет, надо поехать домой. Приготовить что-нибудь покушать. Макарик придет после школы. А то завтра съезжу. Такой снег грязный кучами, да? А что, всю зиму сыпят песок. И потом вот такая вот страсть. Ой, девчонки, даже в гости-то сходить не к кому. Татьяна Валерьевна вот тут жила. В Кинешму уехала. Иринка в Балагое уехала. Прям вот уезжали. Ну, правильно, а что на пенсии тут делать-то? Но все скучать будут, кто уехали. Но Татьяна Валерьевна еще приедет в начале июня, потому что ей нужно продать квартиру, ну, вещи перевезти. Но я-то ее не увижу. Так что теперь только связь по WhatsApp, по Viber, по видео болтаем. Так что разъехались. Все, с кем я дружила, по всей России. Дом, где Костя жил. Помните, я вид снимала из окна на город. Жалко так прям эту квартиру. Больше жалко как раз вот за вид из окна. Три года назад мы приезжали в это же время. Было гораздо хуже. Не было еще вот сухого такого асфальта, чтобы тротуары прям вот такие были. В этом году раньше намного. Ну и это хорошо.
приехала, хоть по грязи не лазит. Зашла в Дикси, напала на зеленя всякие. Так, вот тут еще есть, надо посмотреть. Что тут есть? Гладиолусы. Так, ну гладиолусы у меня есть. Бегония. Так, гладиолусы. Мне нужен цикорий. И все, сейчас начну видеть. Хожу, хожу, как в лабиринте. Вот прям ноги, понимаете, приносят меня куда. А мне надо в другое место. Блин, он как лабиринт. Господи, когда конец-то будет, выйти не могу. Вот правда. Ой, в маленьком магазинчике такой выбор сыров. Всяких. Вот. Любимый финский. Пятерочка, оказывается, вчера открылась. А я и не знала. Я только сегодня увидела. Ой, тут очередь такая. Ужасно неудобный. Вечно очередь. Но... Вон, видите, пятерочка построилась. Вот буквально за зиму, за эту. А я не знала, что это пятерочка. Думаю, что-то строят. Ну, хоть все-таки магазином больше. Потому что нет во дворах магазинов. И в новости, знаете, вот. Был Евророст, так его закрыли. И вот просто поближе магазинов нет. А Лента, он такой магазин, там туда только на машине удобно. Потому что набрал, загрузил и поехал. А вот так за какой-то мелочью мало тут магазинов в этом районе совсем. Так что ко дню космонавтики хороший подарок. Улица Кнеповича. Ну ладно, сегодня я не пойду, а завтра схожу. Вон она я там стою, видите меня? Вон она я. Ладно, пока туда-сюда, уже время. Сейчас Макарик скоро приедет ко мне. Пойду. Вот так. Целовались. Пакет упал. Думаю, сейчас поснимаю, как голуби целуются. А они уже перестали целоваться. У них тут, понимаете, любовь. Ой, сколько же во дворах, да, вот этого ужаса. Когда это теперь вывезут, растает. Вот такой девчонке купила поддеяльник. Тот у меня черный с таким желто-оранжевым. А этот вот такой вот. Вот прям увидел и думаю, вот возьму. Ой. Вот сейчас все перестираю. А ну хоть и вещи и новые, и валялись, и, ну, в общем, конечно, стирать надо. Это секонд-хенд. Это же не так. Вот. Ну, вот скажите, разве он не новый? Вот посмотрите, вот судя по... Ну, вот посмотрите по...
этим самым. Ну, вот такое ощущение, что их и пуговки эти не застегивали. Ну, мне кажется, он новый. Ну что, вот оно. Мятый только. Ну, правильно валялся. Вот. В общем, очень понравился. Я как вспомню советские времена. Вот помните, да? Ну, что, белые, ну, там льняные были, там, в полосочку бледненькую. Ну, там какие-нибудь, может, цветочки там, опять же, какие-то бледненькие. А я люблю все яркое. И слонов очень люблю. И плащик этот, он тоже новый. Сделан в Голландии. Вот, и еще остальные вещи я тоже посмотрю. И полотенце новое, кофты сейчас поразглядываю. Переодень футболку, ходишь наизнанку. Футболка одета, Гришка. Папарацци, привет, мой дорогой. При галстуке прям что ты, что ты. Макарик разбирается с телефоном, потому что бабушка... У тебя же Redmi телефон 6. Какой? Там на него отправили. Весь телефон сидит. Ну-ка, посмотри на меня-то. Простуженный ребенок. Мучит меня со всеми.